Помните, как он ходил в развалочку? Всеволод Дмитриевич Сафонов. Советский актер, театр и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Шторм», «Дело пестрых», «Тишина», «Гиперболоид инженера Гарина», «Щит и меч», «Совесть», «Укрощение огня», «Белорусский вокзал», «Назад в СССР» и многих других. Стою там на кладбище, умом понимаю, что Валька Матвеев лежит. А до сердца не дошло. Что мы могли ему ответить? Нам нечего было отвечать. Вот так-то лучше. Жизнь, она каждому ближе к телу. Дочь Елена Сафонова, актриса театра и кино. Скончался актер на 67-м году жизни от рака легких. Похоронен на Хованском кладбище Москвы рядом с женой. Ладно. Бывайте.